Привет. Что сказать? А, да. Доброе утро, девочки. Доброе утро, цыпочки. Еле встал. Привет, Ром. Игорю написали, что это Игорь в халате стоит важный, как доктор. Вчерашний влог. Ну вот. Ну да, мы, собственно говоря, пьем чай. Врачиваем по ночам, да. Кстати, доктор вчера была я. Я вчера Игорю делала укол. Делать мужчинам укол — это очень... Это тяжело, девочки. Это было смешно. Это тяжело и смешно было. Я шприц набираю, он говорит, куда столько? Да там, господи, ампула такая смешная. Ну, в общем, полтора это... литра мне вкачало в задницу. Ходил такой, говорит, я чувствую этот литр, как он у меня там. Полтора. Полтора. Ну вот, мы должны были в 7 выехать, в 7 выехать не получилось. А сейчас без 28. Мы поздно легли все-таки. Да, мы легли очень поздно, поэтому... Я к таким вещам, особенно в дорогу, отношусь спокойно, без паники, что ой, не выехали все. Значит, так надо было, не, я считаю. Тоже, на самом деле, сейчас как бы... Тем более, мы одно время часто очень ездили везде, путешествовали, скажем так, и убеждались на собственном опыте, что все, что не делается, особенно по срокам и по времени, все к лучшему. Так что вот смотрите. Так скажем. Импортозамещение. Скажем так. Скажем так. Все у нас 365. Так скажем. Скажем так. Здесь Игорь тосты приготовил, у меня маслечко. Соль. Соль. Вы написали комментарии, что вам тоже нравится бутерброд с маслом и солью. Для меня это напоминает детство, когда на перекус делали хлебушек, мазали, посыпали чуть-чуть солью. Сахаром я не любила. И сахар у нас как-то не особо приветствовался в семье. Скажем так. Скажем так. И вот вкус прям детства. Поэтому мы приступаем к завтраку. Скажем так. Скажем так. Вам желаем хорошего настроения, приятного просмотра. Так скажем. Что мне слово паразит этот? Скажем так. И ты его сейчас искореняешь, так скажем. И чем чаще его повторять, тем он еще больше сейчас бесить будет, и ты скажешь так. Не скажешь так. В общем. Скажем так. Спасибо вам большое за комментарии. Все читаю. Каждый комментарий я отлайкала. Просто нет времени отвечать. Серьезно, пожалуйста, поверьте. Спасибо, что вы поддерживаете, что вы с нами. Во-первых, вы написали, что вы с нами, что вы смотрите, что вы с нашего канала не уходите, вас все устраивает. Спасибо вам за комплименты, мне и Саше. Очень приятно, особенно вот в последнее время, серьезно заходить на видео, читать комментарии. Каждый человек дарит какую-то свою частичку добра и поднимает это настроение. Кушаем, надеваемся, набуваемся. И ехаем. Так скажем. Расковырял. Да? Ну, скажем так. Знаешь, что хочу сделать? Вот хочу вот эту положить. О, это нормально. А почему мы перешли на эти штуки? На какие? Ну, нарезку уже. Сашу купила, я не знаю. Так она же... А, она посчитала, что это дешевле. Да, Саша у нас, кстати, в этом плане... Очень-очень внимательно. И как-то можно слепо доверять ее расчетам и покупкам. Вот что я делаю. Обязательно маслица, соль. И мы сейчас всю дорогу будем сытые, я чувствую. В Сургуте будем. У меня каждая поездка в Сургут, знаете, есть там такая на фудкорте одна точка. Там плов готовят, еще что-то. Я хочу там овощи запеченные. Тут уже были какие-то бдыщ. Вот не люблю, когда такое вот происходит.
Тут поплыло, а в середине даже еще и не думала. Поздоровались. Выехали. Заправку. Сейчас поедем на заправку, заправимся. Магазин заскочен. Водички. И Алга. Саша с животными осталась дома. Где мы спала еще? Да. Нерис выскочил. Быстро поел, попил, все свои дела сделал. И носится, радуется новому дню. Такой вообще смешной. Бегает радостный, все изучает, все ему интересно, везде у него дела, это вообще. Так что все, а мы на выезд, хотим хотя бы полдороги потом назад по светлу ехать, а не по темноте, а то не очень приятно. Вот опять сейчас из Хантов выезжаем, солнечно, ну, 8:24. Небо чистое, солнечно. Хорошо, в общем-то хорошо. Да, и там без осадков. А вот в Сургуте мы не посмотрели. В Сургуте я посмотрел, да? Без осадков, но не солнечно, а так. Ну да, главное, без осадков. Не хотелось бы попасть в такую же погоду, как была в тот раз. Ну вот, в общем, мы на Луконе. Хотели купить колы до воды в дорогу, Пятерочка не работает, еще не проснулись. В общем, смотрите, нам до Сургута ехать 297 километров. Что-то в Шереметье же, ё-моё. А, 4 часа показывает. Да, он с пробками считает. Так что, ну, на самом деле там 3 с копейками получается. 3,5, но с пробками 4. То есть, с пробками, а в Сургуте есть пробки. Вот считайте, туда 4 часа и обратно 4 часа. 8-часовой рабочий день. Да, полный рабочий день. Так что вроде бы Сургут и рядом, но не так уж и рядом. А цены отличаются. И прям хорошо. Вот ты наглый какой. Почему наглый? Ну он, во-первых, как ходом шел, так и шел, а должен был пропускать. А, нет, он сзади же шел. Не, ну понятно, но он должен был убедиться, что мы сейчас там проходим кольцо. Они уступают по знакам и по правилам. Такое вообще. У нас первая остановка перетоптаться. Игорь подустал. Ну, короче, поздно легли. Поздно легли и в чате там болтали, и так вот дома как-то на расслабоне. Мы не заметили даже, как время пролетело, и после часа мы пошли спать. Ну, естественно, что хотеть. Как-то мы здесь опрометчиво. В общем, нам осталось 182 километра, это 2,5 часа, пишет. Ну, скорее всего, за 2 часа мы приедем. А когда мы выезжали, если вы помните, было 297 километров. Трасса не загружена. Ветрище. Ветер, конечно, конкретный. Вон у Игоря там челка гуляет, вытирает все зеркала, чтобы лучше был обзор, чтобы лучше было видно. Так что сейчас отдохнем, поедем дальше. Там дядьки брутальные стоят, фуры с монетками. Наверное, от нас едут. Ну вот этот Скания серенький, это точно из Хантов едет, потому что я эту машину у нас в Хантах видела на днях. Так интересно, на днях видела, где-то на трассе пересеклись. Но такое часто бывает, когда ты ездишь по межгороду, и ты уже даже какие-то машины узнаешь, уже знаешь, и там дальше их встречаешь. Было такое, что мы даже ехали уже в Москве, помню, в сторону Смоленска, и встретили знакомых прямо на трассе. По дороге проезжали мимо, и Игорь такой говорит: о, это там, кто там, Сергей или Олег, я уже не помню. И он такой: о, на этой, маленькая машинка-то, на Део Матизе красном, как сейчас помню. Я еще такая: ничего себе, из Хантов на Део Матизе так далеко, ну, не знаю. По мне, вот честно скажу, я не ханжа, но на межгород, вот чем больше и выше машина, там, джип, внедорожник, тем лучше.
Чем меньше машинка, тем больше ее по дороге мотыляет, тем устойчивость. И вообще, это вот такие риски опасные, ну, поверьте. Так вот, и он проезжает, ему махнул, мы потом остановились, поздоровались, пообщались. Частенько такое бывает, вот встречаешь своих. Так интересно, так необычно вообще. А сейчас с поездками на межгород уже так далеко, походу придется забыть. Мы так хотели в этом году съездить в сторону Краснодара, встретиться и с Розой Ивановой-Ивановой, да, «Жизнь на крайнем севере» раньше канал назывался. Хотелось встретиться с другими, с Зайчихой, с Надей, ну, и с блогерами, ну, как бы мы общаемся, да. Да, и друзья нас зовут туда, и знакомые зовут, и вы, подписчики, зовете, заезжаете в гости. В идеале, конечно, бы вот хотелось прокатиться. Слушай, ну, там ветер такой холодный, прям вообще. Ну да. Нифига не. Не весна. Не 4 градуса, такое ощущение, что минус 10. А так и есть. Минус 10 с утра было. А показывает машина минус 5, и уже, по-моему, телефон даже показывает минус 5. Минус 7 показывает телефон. Ну так вот. Хотелось бы поехать и к вам заехать, дорогие друзья, кто нас в гости звал, встретиться, переночевать, шашлыки пожарить. Классно было бы. Вот было бы интересно, да, еще это во влоге вам снять. Еще это во влоге вам снять, чтобы другие посмотрели. Так обидно, так обидно. Да, в принципе, если бы вот мы эти работы не потеряли наши, можно было поднакопить, можно было бы съездить, все бы получилось. Тем более, мы еще была такая задумка встретить, поехать к родителям в Смоленск и с ними потом уже поехать туда, в сторону Краснодара, и вместе отдохнуть. Ну вот. В общем, строить планы. А эту воду ты пить не будешь уже. Угу. Грязно. Теперь. Раньше-то было не очень строить какие-то планы, неблагодарное дело, а сейчас, так вообще, сейчас ты не знаешь, что тебя завтра ждет. Или сегодня к вечеру. Ну ладно, едем мы дальше. Солнце такое, вот солнце светит, жаркое, сейчас приеду, и у меня пол лица будет красный. Заехали на автомойку помыть нашу машинку. Тут такая большая автомойка. В общем, чтобы вы понимали, какая машина грязная. И сейчас совсем будет уже чистая. Бокс большой. Народу. Ну, там стоят достаточно, в принципе, на улице. Мы сейчас помоемся и поедем дальше. Нам уже помыли машинку, сейчас ее будут сушить. В общем, эта мойка такая классная, я вам хочу сказать. Четыре этапа были нанесены составы. Сейчас вот здесь зона, где будут ее пылесосить, продувать. Вот висят такие вот штуки. И пылесосы работают на грассовской химии. То есть у них и пылесосы грасс, и химия грасс. И очень качественно моют машину. В общем, друзья, мы еще на мойке, но мы уже в таком шоке. Сейчас здесь шумно. Мы, когда выйдем, я вам покажу, что за мойка, и расскажу. Потому что, ладно, поделюсь впечатлениями позже. Это вообще шок. Вот так сейчас выглядит наша машина. А последний раз я машину такую чистую, такую блестящую видела в автосалоне. Но, в принципе, именно так выглядит машина сейчас и снаружи, и внутри. Просто вообще. Здесь, вот наверняка есть в интернете, поищите «Чайка автомойка». Чистые все двери, коврики, просто они как новые. Продули все, все щели кисточками. Вот дефлекторы вот эти, вот видите, откуда воздух выходит? Кисточкой оттуда все вымыли, все чистенько выдули. Машина, ну, смотрите, как с автосалона. Я вот вам не вру, блестит все. Все.
до малейших каких-то нюансов. Чистота идеальная. Спасибо вам большое. Вот так вот. Вот так вот выглядит эта автомойка. Вот там лента и метра, чтобы вы ориентировались. Вот так выглядит эта автомойка. Вот такая вещь. Короче, мы пребываем в шоке. Помыли машину. Нашли 100 рублей. Нашли 100 рублей еще. Положили. Машина идеальна. Вот от слова... Вот идеально. Идеально. У меня вообще за 850 рублей. У нас за 850 рублей в Ханты-Мансийске сделают вам, знаете что? Поверх, коврики и пылесос. Все. Все. За эти деньги будет вот такая вот вам мойка. Что было сделано здесь? 4 состава химии. Полироль. Полироль пластика внутри в салоне. Чистка, полироль кожаных сидений. Продувка всех щелей, всех дефлекторов. Всего-всего, что здесь есть. С химией промыли весь пластик. Кисточкой, которой мы пудру наносим. Кисточкой здесь все мелкие детали. Вот сейчас покажу. Вот это все потом еще вручную кисточкой. Пылесос. Наполировали пластик, пороги везде. Я не знаю, что я еще упустила. Сейчас я девочкам просто писала. Сейчас я вам расскажу. В Хантах за 2000 даже и близко этого не получишь. Сейчас я вот читаю. Значит, химия, ГРАС, 4 состава нанесения, в конце воск, продувка компрессоров салона, пылесос, пыль, вылизывание, выдраивание, извините, выпидоривание, если можно так сказать. С химией всех щелей, закоулков, прочистка кисточкой всех элементов, дефлекторов, уход за кожаным салоном, потолок. Короче, машина настолько вылизана, как будто бы мы ее только что приехали, купили в салоне. Приятно пахнет, вся блестит. Вся хрустит, скрипит. Ой. Вы знаете, дешевле мыть машину в Сургуте, чем в Хантах. Единственный минус, что перегоне, да. Она, конечно, но внутри это того стоит. То есть можно потом просто приехать в Ханты, вверх помыть, и то, если нанесли полироль, сомневаюсь я, что прям потребуется какая-то такая глобальная мойка. И она запачкается сильно. 100 тысяч прошли, оказывается. А, тут не заметили. Так что вот, а мы пока сюда в ленту забежим по-быстрому. Чернение. Ребят, забыли. Еще чернение резины сделали, но мы не просили, если честно. Машина просто... Ай, где купил такую ляльку? Ну, серьезно. Вот это впечатление, Сургут, ты не перестаешь нас удивлять. И за такой ценник. Я говорю, у нас за 2000 вам половины не сделают. И то надо будет стоять над душой, чтобы они все делали идеально. Кстати, что-то дешевле, что-то как у нас. И здесь работает KFC. У них здесь в Сургуте, в ленте, работает KFC. А у нас KFC закрылось из-за вот этих санкций, из-за всего вот этого всего. Только Бургер Кинг. О боже, так слепит-то новый машинк. Мы гуляем по метро. Девочки, сейчас, знаете, хочу вам показать. Вот отдел посуды. Сейчас покажу вам такую интересность. Возьму нашу тележку. 1700. Одна? Хотела вам показать посуду, которая мне нравится. Вот такого рода мне нравится посуда. Видите, деликатная серебристая каемочка? Вот деликатная серебристая каемочка, вот деликатная серебристая каемочка. А вот такую посуду, вот такую и вот такую я не люблю вообще. От слова совсем. И покажу вам так, вот чисто для юмора. Девочки, приходите ко мне на чаек. Смотрите, какая малюпусечка. Маленькая-маленькая.
Где-то тут еще меньше были, смотрите. Такая малюсечка. Ну, понятно, что это профессиональная посуда для определенных, скажем так, продуктов для подачи. Вот такое. А, нет. Вот форма мне нравится, а вот это не нравится. Собственно говоря, гуляем. Гуляем с Игорем. Вот, ничего, тоже так интересненько, очень даже интересненько, привлекательно. Тут вообще, в принципе, глаза-то разбегаются. Вот такую люблю, простую, без всего. Здравствуйте, вы за жестковским подносом? Да, здравствуйте. Добрый день. У нас, Игорь, же вот эта вот штука разваливается. Да. Как раз 3 штуки тебя и ждут. Нет. Почему? Потому что мои меня уже дождались. А, ты уже дождались. В общем, мы испробовали. Классно. Классно. Идеально подходит, а нам как раз... И по размеру, и вообще. Не хватает, но мы взяли 3, потому что 3... Чтоб было. Пригодится. Такие всякие, девочки, интересности. Ароматические всякие ароматы. Ароматические ароматы. В стиле супермамы Ольги. Я всегда, когда вижу эти бокалы, я про маму Ольгу вспоминаю. Вот она прям тащится от такой посуды. Но, знаете, вот я бы нашла ей применение вот такой посуде, и я не против бы видеть у себя ее дома. Ой, красивые какие. Ой, какие классные. Потрогай. Ну да, а как она эргономично в руке лежит. Посуда эта. Мечта алкоголика, да? Мечта алкоголика, ну представляешь? Я прям даже сервировку вижу. Классные, классные. Вот эти прям классные. Так, девочки, вот эти вот. Я себе тоже снимаю, чтобы запомнить. На картинку надо поставить, чтобы потом быстро найти. Вот, еще один есть. А, нет, тут уже дешевое стекло. Это уже дешевое. Это не то. Форма хорошая, стекло дешевое. Дальше. Химия, химия. И потом туда еще. Шампусики, шампусики. Вот, Саша себе в тот раз Олин взяла. Вот Ладор есть. Но говорят, он не очень как-то. Сибирика, отличная, я считаю, косметика, отличная фирма, Сибирику я тоже люблю. Так, а где тут мой? Есть мой? А моего-то нету. Но Пантин здесь значительно дороже, прям вот, прям значительно, да, я вижу. Ты стаканчик ношу? Для воды. Она говорит, что у меня та уже лежит. О, смотри, вот эти качественные, прикинь. А вот эти хорошие. Да. У нее уже бежит, и она просила. Ну, вообще говорила, типа, мне. Так, Саша бежит. Еще салфетки просила себе в это, на рабочее место. Всякого всего. А, вот он мой, Клио, есть, есть Клио, нашла, девочки, только моего именно конкретного нету, но Клио Витаба есть. Натуральный увлажняющий бальзам. Слушайте, бальзам, ну я не знаю эту фирму, если вы знаете, скажите мне, хорошая, нехорошая. Так-то целый, сколько тут, литр, наверное, да, с маслами, вон, вижу. Так, не кисло для бальзамчика. Вот шампунь. Для сухих, тусклых, вьющихся. С экстрактом крапивы, пантенол, сок алоэ вера. Ну, хороший шампунь. Хербал. 600. Вот эти вот шампуни. Ну, вот половину, конечно, я просто даже фирму не знаю. Какие, чего, как. Натуральный шампунь Германия. Синергетик.
общем, я сейчас снимаю, а потом буду изучать, сама смотреть. Детокс. Так, они же. Девочки. Шары раздора. В таком виде. Вот это стоит. Мы, короче, решили устроить ресторан здесь, в машине. Боксмастер, KFC. В Сургуте работает все нормально, как бы без проблем. Ну это в Ленте. В Ленте. А в Ауре мы тогда были, он был закрыт. Да, а в Ленте работает. Может, вы знаете, почему так? Расскажите. В общем, нам приятного аппетита, и мы на выезд. На Ханты. Ура, мы дома. Устали. Я там еще подремала, короче. Как-то так. Давайте покажу, зачем мы ездили в Сургут. Но это сопутствующие покупки, потому что просто все остальное. Жесть. Все остальное мы уже в паштетную отнесли. Хочу пива. Давай. Хочу пива. Заслужил. Так. Заслуженец. Значит, поехали. Это надо. Значит, в метро взяли шампунь, и Игорь себе взял 3 в 1. Эпичная свежесть. Это взяли в аптеке. В поездке такие вещи нужны. Дальше, там же в метро Сенсодин, там же Рексона. Вот этот мне нравится, очень гель для рук. Руковый. Антисептик, он так пахнет классно вообще. Это чтобы положить в машину, чтобы или в сумочку. В общем, классная вещь. Очень-очень нравится. В метро взяли вот эту лимонную кислоту. Я не помню, почем она была в метро. Но что-то очень смешные деньги, потому что такая вот у нас в Ленте 240 рублей. Я обалдела. А в метро лимонная кислота сколько? Слушай, ну... Там же взяли Красный Октябрь конфеты по 258, по-моему, чай. Он у нас по 370, по 380 уже. Сашке сахарную пудру она часто готовит. По 429 рублей прокладки, а так они стоят 500 у нас. Рис янтарь понравился. Патиссоны ходили мы вокруг них несколько поездок, в общем, взяли. Здесь ветчина 0,5 кг за 300 с чем-то. И гауда. Сыр тоже 0,5 кг. Здесь тоже 300 с чем-то. Смешная цена. Сливочный был по скидке. Он у нас очень уже дорого, высоко стоит. По 380? 348. Куда? Лимонная кислота? Да, одна штука 348. Мы взяли 3. Ты не на тот ценник видео посмотрел. Там еще, видимо, была, которая маленькая. Вот сейчас лоханулись. Короче, 300 сколько? 48. 348. Вот тут мы и прокололись. Не тот ценник, она не там лежала. Да, она не там лежала. В общем, еще дороже, чем в Ленте. Хотя надо посмотреть, почем сейчас в Ленте точно. Ну вот. Дорого взяли. Сливочный сыр. Здесь взяли хинкали. Здесь взяли метро... шейку просто взять завтра и на сковородке пожарить. И взяли вот эти вот две пиццы. Вот эти вот самые вкусные получаются. Именно доктор Эткер и именно вот эти 4 сыра. Из всех них самые-самые классные. Так что вот такие покупки. Остальное ушло в паштетную уже нам в цех.